В социальных сетях появились сообщения о том, что 20 января докхантеры по всей стране проведут масштабную акцию. Авторы многочисленных постов утверждают, что убийцы собак будут раскидывать отраву в парках, скверах, у помоек, на дрессировочных и даже на детских площадках. В связи с этим владельцам собак следует быть крайне внимательными. Яд, который используют докхантеры, крайне токсичен. Достаточно небольшой дозы для отравления и, как следствие, смерти питомца. Чтобы уберечь собаку от беды, необходимо выгуливать ее на коротком поводке и только в наморднике. Если все же питомец подобрал и съел что-то на улице, спасти его можно, если своевременно принять меры. В первую очередь специалисты советуют очистить желудок собаки при помощи раствора перекиси водорода и воды в соотношении 1:1. На это есть всего 3 минуты. Если подозрение на достаточно известные яды, которые используются докхантерами, вы можете сделать инъекцию витамина В6 в дозе 1 мл на 5 кг. Передозировки у этого препарата не бывает. Препарат не токсичный, хуже вы не сделаете. Можно использовать различные адсорбенты, активированный уголь, полисорб и другие препараты. И для дальнейшей помощи нужно уже обратиться будет за ветеринарной помощью.